Я освободил наемников и разобрался с капитаном. Отлично. Культу был нанесен серьезный удар. А ты все соблазнительнее. Что-то еще? Сестра передает привет. Что удалось узнать об этом предателе? Есть доказательства предательства. Что? Что? Не может быть! Кто это? Скажи мне, я не знаю, кому доверять. Мы пока не знаем, но твоя сестра выяснит это. Ясно. Я тоже кое-что предприму. Возможно, стоит навестить ее. Спасибо, Мистий. Что-нибудь еще? Вот и сумка травника. Теперь мы сможем быть уверены, что жрицы готовы к битве. Спасибо, Мистий. Я все сделал. Теперь что? Встретимся у моей виллы. Мои лазутчики сообщат, что им удалось узнать. У меня осталось еще пара дел, но... Если у нас останется время... О, Мойры, как сладко! Мы его проведем. Нет. Самое главное сейчас — культ. Встретимся на вилле. Клянусь. Когда-нибудь ты не устоишь передо мной. Мы ждали тебя. Следуй за мной. Мне велено присмотреть за тобой до ее появления. Твои плечи, должно быть, устали. Я помогу тебе расслабиться к приходу Дионы. Может, останешься ненадолго? Верховная жрица в опасности. У нас нет времени. Пожалеешь. Что ж, я позову лазутчиков для доклада. Диона говорила о докладе лазутчиков. Где они? Диона не вернется. Малака! Прекращай этот спектакль, жрица! Покончим с этим! Диона, ты больше не нужен мне! Умри!
Может... Верховная жрица в опасности. У нас не... Прекращай этот спектакль. Покончим. Сегодня ты больше не нужен, мистер. Умри! Эй, что это значит? Я просто делала, что велено. Диона сказала привести тебя в сад. Пощади меня! Почему они напали? Я их освободил. Диона обвела тебя вокруг пальца. Капитан, которого ты убил, был человеком ее сестры. А ядом хотели отравить тебя, если ты начнешь мешаться. Я покажу этой змее, что такое опасность. Почему Диона так поступает? Диона ненавидит сестру. Всю жизнь завидует ей. И ради власти она примкнула к культу? Не думала, что она так далеко зайдет. Я убью предательницу. Она убьет верховную жрицу у алтаря к северу от храма. Поторопись. Алтарь? Славно. Сегодня я принесу Афродите жертву. Ты доверяешь своему отражению? Я нет. Oh!
близнецы? Надо же, близнецы! Она всегда завидовала мне, Мистий. Быть на вторых ролях она больше не могла. Убей ее! На вторых ролях? Я любила тебя, Диона! Я не пыталась быть лучше тебя! Мистий, ты должен убить ее, пока культ не захватил Китеру. Мне горько, но так нужно. Да тебе все равно, чудовище. Всегда было все равно. Может, уладите это сами? Хочешь больше крови на своих руках? Уходи! Диона точно убьет меня! Змея! Она знает, что сгину я. Уйдешь, и падение Китеры будет на твоей совести. Может, убить вас обеих? А это мысль! Обеих? Думаешь, культу важно, кто из нас выживет? Она права. О, Мойры, умри мы обе. Культ просто пришлет свою верховную жрицу. Ты знаешь, что сделает культ, не так ли, змея? Верховная жрица должна знать, что написала ей служанка. Не верь Мойрам! Откуда ты знаешь? Перед лицом смерти она отреклась от Мойр. Бедняжка, это моя вина. Она следила за тобой, и ты убила ее, боясь разоблачения. Не верь ей! Я верховная жрица! Хватит! Убей Диону сейчас же! Сделай это, Мистий! Убей Диону! Молчать! Ты! Я тебя насквозь вижу, Диона. Все кончено. О, Мойры, я убью вас обоих! Thank you.
Культ космоса обратит старый мир в пепел и построит новый.
Приветствую. Хорошего тебе дня.
Нашел. Да я ему шею сломаю. Мистя опередил нас. Сокровище наше, отдай его! Счастье от встречи с Аидом! В чем дело? Сундук был пуст. Не может быть. Ты точно умеешь читать таблички? Клянусь, в сундуке должно быть сокровище. Почему ты так уверен? Я положил его туда. То есть... Малака. Нет. Нет. Я хочу жить! Надо выбраться отсюда!
Она была одной из лидеров культа, жрица. Моя сестра. Ее суть была очевидна. Я любила ее, несмотря ни на что. Любовь ослепляла меня. О, да. Ты защитил Китеру, Мистий. Что ж, вернемся к культу космоса. Благо, я убил нужную жрицу. Верно. Мой долг, как верховной жрицы, взывать к сбившимся с пути и возвращать их в лоно Афродиты. И если ты бывал в Певке и видел ее жителей, ты знаешь, что вмешательство богов их спасение. Я там не бывал. Повезло. Одна из жриц побывала там и была в ужасе. Она назвала имя Мелит. Кто он такой? Жители Певки боятся его до смерти. Он замешан в каких-то темных делах. Не знаю, в каких именно. Может, это поможет? Спасибо, жрица. А теперь прошу простить, надо прийти в себя. Хайре. Yeah.
Ходить так близко! Лучники, готовьтесь! Быстрее! Они идут прямо на нас! Лучники, готовьтесь! А ну еще раз! Команда! Нам приходится нелегко! Ну, шустрее! Серьезный противник. Разве мы сможем его одолеть? Готовьте стрелы! Стреляйте по ним! Стреляй! Стреляй по команде! Держись! Малака! Они идут на таран!
Там занять места! Легче! Ах!